Сегодня на этом историческом месте, в Гилевой роще, где стоял завод Гилева, вот, мы вспоминаем вот, и демонстрируем колокола, которые были собраны на протяжении двух десятков лет гилевских. Сегодня мы привезли 35 колоколов гилевских и сделали три копии из старых колоколов, которые были немного уже раненые, вот, перебитые, треснутые. Вот. И на этих колоколах мы сегодня будем звонить и как на старых, и как немножко на копиях новых колоколов. Вот. Будем демонстрировать звук старинных колоколов, традиции колокольного звона. Вот. И в то же время радовать народ. Будет возможность каждому подойти вот, и попробовать себя в качестве звонаря.